Жители продолжают писать по адресу Комарова 134А. Какие-то действия все-таки с этим ИП Трофимовым можно предпринять, чтобы он выполнил работу? Да, по этому дому я знаком, проблемы знаю, но, к большому сожалению, этот дом у нас, можно сказать, не очень благополучный. Есть правила и нормы, если собственники хотят изъявить желание выбрать любой способ управления, то это неправо. Но, к большому сожалению, там уже четвертая организация, которая работает в течение полугода и освобождается. И ИП Трофимов появился не просто так, это просто администрация, в моем лице попросили, чтобы этот дом взял на службу. Задача стоит следующая. Сейчас выдержать зимний период, перевести дом на свой счет и на основании тех денег, которые имеет место быть, в этом году провести второй ремонт и теплоснабжение, чтобы не было таких утечек. Что касается второй теплоснабжения, там тоже главное. Поэтому сразу за два месяца любая организация, даже имея большой ресурс, дом не справится. Но, тем не менее, мы это держим вопрос на контроле. Ну, то, что вы его на контроле держите, от этого воды в меньшем подвале не становится. Давайте уж честно. А во-вторых, не два месяца, а уже прошло четыре. Я бы так не сказал. У нас порядка 25 домов, которые держим на контроле. В частности, проспект 31-27 у тебя общежития. Если бы они не держали контроль, на сегодняшний день они были бы просто без отопления, без горячей воды и без силы.